Всем привет, друзья! С вами Андрей. Сегодня у нас коррекция Партака. Если честно, когда я увидел ее в первый раз, я думал, что не возьмусь за эту работу, так как слишком она запортачена. Но в итоге все-таки решился ее переделать и откорректировать. Даже не имею представления, с каким опытом человек и какой аппаратурой делалась эта работа. Но, видимо, что-то пошло не по плану. И имеем то, что имеем. Я решил обвести все контура 13-кой РЛ-кой и немного сделать ее симметричней. Она очень сильно кривая, и все, что в моих силах, я выровнял. Тень и тушевка на этой работе просто нереально крутая. Я даже не задумывался ее вытягивать дальше. Просто затушевал и сделал обрезку в виде изгибов. Тушевал 11-м магнумом с вылетом иглы 1,5 мм. Мелкие детали подтушевывал РЛ-кой, так как магнумом везде не подлезешь. И в конце огни залил белым цветом, чтобы их выделить. Белый цвет забивал чуть глубже, чем черный, так как он самый светлый и нуждается в пробиве поплотнее. Из-за этого существует миф, что белый цвет забивать труднее. На самом деле нет. Делаете чуть больше пробив и залетает все как нужно. Не удивляйтесь, что на белом цвете кровь. Очень в редких случаях она не идет. Сделал все, что смог. Я не чародей, и Партак остался Партаком. Куча несимметричных линий так и остались, просто немного лучше выглядят. Делайте умный выбор в мастере и сами не портачьте. Если не хочешь портачить, ставь лайк, подписывайся на канал, и я помогу разобраться в аспектах работы. Всем пока! Thank you.